Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Белые, синие, красные. В Карачаево-Черкесии с размахом отметили день главного символа страны – государственного флага Российской Федерации. Уличные аттракционы, установленные на пешеходных дорожках, эти и другие нарушения были выявлены в ходе профилактического рейда в Черкесске. У него есть поклонники и в Пятигорске, и в Хабаровске, и Иркутске. Наш земляк, артист-вокалист Максим Колесников на сцене вот уже более 20 лет. Они проявили смекалку и большие знания. Сборная Карачаево-Черкесии на форуме «Машук» стала победительницей интеллектуальной игры «Что, где, когда». Масштабным торжественным мероприятием отметили в Карачаево-Черкесии День государственного флага Российской Федерации. Воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных этому знаменательному дню. Состоялась смена почетного караула у флага, а также представление и вынос флага Российской Федерации. Подрастающее поколение должно знать и чтить свою историю. Всегда стоять на страже интересов страны и быть преданными своей родине. Такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию детей. Также в этот день состоялась раздача волонтерами ленточек, представления государственного флага, конкурс рисунков, книжно-иллюстрированная выставка и вручение лент «Триколор донорам крови». В Карачаевске на центральной площади прошло торжественное мероприятие по обновлению флагов России и Республики. Данная акция приурочена к празднованию Дня государственного флага и направлена на патриотическое воспитание молодежи. Подробности у Аслана Гирюгова. Акция по обновлению флага является продолжением предыдущей, которая прошла на Клухорском перевале. 20 августа делегация из Карачаевска совместно с работниками Тибердинского заповедника совершили восхождение на Клухорский перевал, где прошло открытие мемориальной доски, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Завершилось мероприятие поднятием российского флага. Вы знаете, что Великая Отечественная война, битва на Кавказе, битва вот здесь на перевале, это история, а история это есть мужество и отвага наших солдат, которые спасли весь мир от фашизма. И переломный момент наступил здесь. Это победа, это пример и поучение для нашей подрастающей молодежи. Это патриотизм. И я думаю, пока мы помним победы и защиты на этом перевале, наше поколение, наши дети – будут патриотами, и они будут нести с таким же достоинством, честью, как солдаты, которые стояли здесь насмерть. Тот самый триколор торжественно был поднят на центральной площади Карачаевска, а после него флаг Карачаево-Черкесии. Участие в этом приняли представители Совета ветеранов войны и труда Карачаевского городского округа, отдела культуры, а также юноармейцы школы номер 3 имени Харуна Богатырева. Как отметили организаторы, данная акция направлена на патриотическое воспитание молодежи. Разрешите поздравить вас всех с Днем Государственного флага России. Флага, который является символом нашего государства, символом единства духа и непоколебимости нашего народа. Разноцветный флаг России, белый, синий, красный цвет. Самый для меня красивый, краше флага в мире нет. Честь и правда в этом флаге. Кровь, пролитая в бою, смелость, доблесть и отвага, вера в родину мою. С историей флага связана история нашей многонациональной страны, и каждый должен чтить и сохранять ее для будущего поколения. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, «Вести», Карачаево-Черкесия. В текущем году в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий будут построены новые системы водоснабжения в населенных пунктах, что позволит обеспечить жителей качественной питьевой водой. Работы пройдут в станице Преградной, в селах Терезе, Джага, Хасаут-Греческая, также в аулах Новая Джигута, Псыш, Вакажили, Малый Зеленчук, Эркин-Юрт, Бесленей. Строительство планируется завершить к концу года.
Вести из оперативного штаба: на сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4830. Из них 4274 выздоровели, госпитализировано 95 человек. Представители мэрии Черкесска совместно с сотрудниками МВД провели профилактический рейд в Центральном парке республиканской столицы. Предметом внимания проверяющих стали уличные аттракционы, которые установлены прямо на пешеходных дорожках. Подробности у Мурата Джанкезова. В теплое время года на территории центрального сквера с завидным постоянством появляются различные детские игровые аттракционы. Это батуты, установленные прямо на газоне. Это детские игровые автомобили, которые кружат, не рискуя ненароком сбить пешеходов и самых маленьких посетителей парка. Профилактический рейд состоялся на основании многочисленных жалоб. Люди просят разобраться с тем, законно ли организована торговля развлечениями. В соцсетях постоянно люди обращаются с жалобами, с обращениями на то, что в сквере невозможно спокойно пройти, отдохнуть, так как вот вы сами видите, что огромное количество машинок по прокату, батутов и так далее. В ходе проверки хозяева торговых точек не смогли предоставить необходимые документы и разрешения на установку батутов и прокат детских автомобилей. Мало кто знает, но операторы подобных устройств нарушают правила санитарного содержания и благоустройства города. Однако, как говорят сами предприниматели, в целом они находятся здесь на законных основаниях. Мы открыли свое ИП, и каждая точка имеет свое электричество, и стоим на законных условиях. Но мы чуть-чуть нарушили, поставили батуты каркасные. Вот из-за батутов теперь приходит торговый отдел. Но, тем не менее, горожане приходят, которые бабушки не могут спуститься на Зеленый остров. Они приходят и говорят, что как спасибо вам большое, что вы здесь поставили развлечения для детей. В ходе проверки установлено, что у тех, кому принадлежат аттракционы, нет разрешительной документации для занятия этим видом деятельности. Сегодня мы предупреждаем всех тех лиц, которые осуществляют сегодня деятельность, по данному факту, что если они будут продолжать осуществлять свою деятельность, на них будет, к ним будут применены меры административного взыскания. Все владельцы аттракционов предупреждены о запрете на занятия подобной деятельности на территории центрального сквера. И, как нам стало известно, сразу после рейда предприниматели обратились к мэру Черкесска Алексею Баскаеву с просьбой войти в их положение. По итогам обращения им дано время до конца сезона, чтобы направить предпринимательскую деятельность в законное русло. Мурат Шантезов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем возможны порывы до 18. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днем потеплеет до плюс 30. В горах местами от 0 до плюс 5, днем воздух прогреется до плюс 20. В Черкесске небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Ночью ожидается от 10 до 12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 29. Продолжаем выпуск. Указом президента России Владимира Путина наш земляк, советник генерального директора ТАСС Борис Кипкеев награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. В числе сотрудников ТАСС он награжден за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. Напомню, Борис Кипкеев работает в ТАСС с 1995 года стажером, корреспондентом, специальным корреспондентом и обозревателем. С 2014 года советник генерального директора ТАСС, спецпредставитель Агентства по Кавказу.
Наша республика богата яркими и талантливыми людьми. Многие из них трудятся за ее пределами и даже стали известны. Один из них – артист-вокалист Максим Колесников. У него есть поклонники и в Пятигорске, в Хабаровске и Иркутске. Служит он в музыкальном театре уже 21 год. А любви к музыке, актерскому мастерству была ли это мечта детства и с чего все начиналось, расскажет Альбина Ламкова. Каждую свою роль артист-вокалист Максим Колесников проживает на сцене. Все эмоции пропускает через свою душу. Сам актер – искренний человек. Об этом говорит открытая улыбка Максима и доброе отношение к миру. После окончания школы в Черкесске он получил среднее специальное образование повара. Затем в Пятигорске поступил в институт по специальности инженер-технолог. Учась в вузе, Максим стал дружить с ребятами из музыкального театра Пятигорска. Друзья часто приглашали его на постановки, но он отказывался. Оперетта «Сильва» стала первой, которую Максим увидел, и после чего театр стал его жизнью. Они меня затащили. Все это была любовь с первого взгляда. И вот, наверное, загадывать нельзя, но мне кажется, что на всю жизнь. По крайней мере, 20 лет этот роман длится. Максим начинал свою работу в музыкальном театре Пятигорска. Затем его пригласили работать в Хабаровск. И уже 5 сезонов он служит в музыкальном театре Иркутска. В Сибири Максима коллеги встретили с теплотой. Что не скажешь о климате. Там, конечно, попрохладнее, мягко говоря. Суровый климат, конечно, для нас. Но ничего, человек привыкает. Первый год это было вообще чистой воды романтика. Потому что, когда видишь сугробы и минус 40, удивляет. По родным местам, по Черкесску, особенно по людям, Максим скучает всегда. В каждой роли он увидит родного человека, которого так часто вспоминает. У меня даже есть диплом на одном конкурсе, где я выбрал, значит, на конкурсах можно выбирать. Я был прописан тогда еще в Черкесске, я служил в Пятигорске, в оперете. И у меня было право выбора, что писать, какой город, и у меня вот записан город Черкесск тогда еще. По родственникам у меня мама осталась здесь, у меня брат здесь, у меня сестры здесь, тети, племянники. Предпочтений героев нет. Я артист и люблю играть все. Но тут же Максим добавил, что судьба его балует, и его театральная жизнь насыщена приятными сюрпризами, о которых актер и не мечтал. Это вот в Иркутском как раз театре, это огромная актерская удача, чего никогда не мог вообще предположить, что когда-то буду играть роль Василия Кузякина в спектакле «Любовь и голуби». Это всенародно любимый фильм. Максим говорит, что работа в каждом театре – это неоценимый опыт. В Пятигорске было много классики. Переиграл все опереты в этом жанре. В Хабаровске и модерн, и рискованные роли. А Иркутск – это меньше классики, но герой острохарактерный. Вплоть до милых бабушек. Ой, а кто это там идет-то? Женька, что ли? Женька, заходи, Женечка, ждали тебя. Главное для артиста-вокалиста – голосовой режим и постоянный тренинг, отметил Максим. Связки – те же мышцы. Как и у спортсменов, они должны быть все время разогреты и без перерыва работать. Это тяжелый и упорный труд. Хотя поначалу и всерьез его работу в театре никто не воспринимал. У меня брат даже старший. Когда я только начал служить на театре, он все время с таким скепсисом. Ну что это работа? Что ты придумал артистом? И только когда попал на спектакль, посмотрел, он говорит, господи, какой адский труд. И, конечно же, мечта Максима – прилететь с гастролями к себе на родину. И он верит, что его надежды воплотятся в жизнь. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сборная команда от Карачаево-Черкесии на форуме «Машук» стала победителем интеллектуальной игры «Что, где, когда». Для выхода в финал молодые люди обошли игроков из других регионов СКФО и прошли финал со счетом 6-0. Финальное состязание состоялось накануне в штабе дирекции форума «Машук». Ведущим финальной игры выступил всем известный магистр телевизионной версии игры Александр Друзь. Вопросы, как и ожидалось, были достаточно сложными и требующими не только больших знаний, но и хорошей смекалки. Но, несмотря на это, команда справилась с вопросами и получила заслуженное первое место и похвалу от магистра клуба «Что, где, когда».
Мне посчастливилось принять участие в онлайн-игре «Что, где, когда» против самого Александра Друзия. Я до сих пор нахожусь в смешанных чувствах. Мы вместе с моей командой из Карачаево-Черкесской республики выиграли с победным счетом 6-5, хотя вначале у нас что-то могло не получаться. Александр Друзий был недоволен, что не слышно нашего обсуждения, как мы вот это вот все разбираем. Но в итоге мы собрались, мы напряглись, вера капитана команды в нас, и все получилось. Это все вести. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Сердце матери».